Бархуй это Адонай Меворах. Барух Адонай Меворах Леолам Баэт. Барух Адонай Меворах Леолам Баэт. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. אמן. Мы зачитаем книгу Левит. В иврите это 6 глава с 1 по 6 стихи. В русском есть смещение. 6 глава с 8 по 13 стихи. In English it's also Leviticus 6:8-13. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בת ומכנסי בת ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח. ושמו אצל המזבח ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. ואש על המזבח תוקד בו, לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אמן. Мы зачитаем также на русском, 6 глава, с 8 по 13 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденет в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Аминь. Всем шаббат шалом. Вся парашата Шаво называется Цав, заповедуй, или более, если четче перевести, прикажи. Это слово, термин армейский. И я знаю, многим сегодня это режет слух, особенно то, что касается заповедям. Но на самом деле, вот человек, когда находится на работе под своим начальником, и он ему что-то говорит делать, да, ну, как хотите называйте, приказ, указ, но он ему сказал, он должен это сделать, да? Все нормально к этому относятся, потому что понимают, это обычный расклад, да? А наш Бог, Он начальник всех начальников. Плохого нам никогда не пожелает. И если Он что-то жестко говорит, значит, это нужно сделать, потому что это для нашего блага. Амин. Тема, о которой я сегодня хотел поговорить, «Пусть не угасает твой огонь на жертвеннике». Боеврит за шелё тихве, а эшерха аля мизбеах. Друзья, мы живем в тяжелое время. Вы знаете, тяжелое время, вот многие привыкли размышлять об этом, как какие-то тяжелые события, которые нас окружают, и это без споров. Но для меня более тяжелая категория – это когда мы видим людей, реагирующих определенным образом на это тяжелое время. К сожалению, у многих верующих сегодня наблюдаешь, как гаснет вот этот огонь. Начало 20-х годов, 2020 года, я имею в виду, корона, ковид, весь балаган, который был, начало 22-го года, война, практически о чем написано Матфея 24:12, у многих или во многих охладеет любовь. Теперь, любовь не может охладеть. Это то же самое, что охладеет огонь. Такого не бывает, да? Он или есть, или он погас. И слово, которое используется,
Тафух, да. Да, есть несколько значений. Одно из них – это испаряться, другое значение – замирать или таять. Но есть еще значение – терять силу, когда речь идет о документах определенных. То есть потеряла силу, уже недействителен, не работает. Бог заповедовал, как мы прочитали, о том, чтобы на жертвеннике, где приносились всесожжения, тук мирной жертвы мы также прочитали, чтобы там не переставал гореть огонь. Почему Бог заповедовал, чтобы огонь не угасал? Есть физические причины, да, о которых мы поговорим, и также духовное послание. Но, во-первых, одна из причин, чтобы постоянно был ориентир расположения скинии и жертвенника, то есть точка локации, где именно находится. Второе – это метод отпугивания всяких гадов, насекомых, змей и так далее. То есть очень практично на самом деле, особенно когда ты находишься в пустыне. И третье – это чтобы не оставался запах мертвого после жертв, да, снаружи. Я напомню, что было два жертвенника, один внутренний, внутри скинии, другой снаружи, наружный. Об этом речь идет, да? Мы недавно говорили о том, как, что нужно было делать, чтобы сохранять хороший запах внутри скинии. Для этого использовалось благовонное курение. Это компонент нескольких, многих там разных благовоний, да, которые создавал один хороший, сильный запах. И там не оставался вот этот запах мертвечины. А мы с вами говорили об этом как о примере единства, потому что там много благовоний в одном целом. И, друзья, это факт, что если не будет единства среди нас в общине, будет стоять вонь именно плоти. И чтобы понять духовный смысл прочитанного текста, нам нужно определить, а что такое огонь? Ну, в христианстве, естественно, распространено понятие огня как Дух Святой, да, что так и есть, но часто для человека это абстракция, люди не понимают, как это выражается. Иеремия 23:29, Господь говорит: «Разве слово мое не подобно огню и не подобно молоту, разбивающему скалу?» Иеремия 29 также говорит, Иеремия, да, что подумал, не буду говорить о нем, да, о Слове Божьем, но оно было внутри сердца моего и в костях, как огонь. Поэтому человек, который говорит, что он преисполнен Духом Святым, это тот, который преисполнен его Словом. И в данном контексте вот это Слово как раз-таки защищает нас, друзья, как огонь от всякой нечисти, от всяких гадов. Да? Это наш ориентир. Написано: «Слово твое светильник ноге моей». То есть ориентир к святости, к светильнику, святилищу, да, чтобы мы вообще понимали и могли различать, где святое, а где нечестие. К сожалению, люди сегодня перепутали эти категории верующие. Также огонь, это Мидраш говорит, сравнивает это с любовью. Довольно-таки интересно, что огонь должен был не переставать гореть именно в наружнем, на наружнем жертвеннике. И Мидраш как бы указывает на то, что это как два вида любви есть внутри, как жертвенник, который внутри был, и снаружи. И вот любовь, она не может просто сидеть внутри. Она должна как бы выходить наружу, как огонь, который постоянно должен был гореть на наружном жертвеннике. То есть любовь, она как светильник, который нельзя спрятать под стул, да, он должен гореть и чтобы было видно всем, то есть наши дела. Конечно, это неразделимо с тем, что мы сказали, со Словом Его, да, потому что именно Слово Божье учит нас, как любить других через заповеди Его. Сегодня, к сожалению, столько много хлама, столько ненависти открывается вот в это последнее время, да, людей, верующих, не хватает надолго. Повально вот люди просто уходят, обижаются. Вначале это было связано с ковидом. Сегодня это война в Украине. Да? Я вот одну общину знаю, где одни ушли из-за того, что недостаточно молились за Украину, а другие ушли из-за того, что вообще молились за Украину. Ну просто у людей сносит крышу. И почему? Вопрос. Да? Огонь на жертвеннике потух. То есть люди не живут Словом Божьим.
Поэтому нету целостного понимания того, что вообще происходит вокруг нас. И как следствие, естественно, не будет любви. Поэтому будут заходить всякие черви, всякие змеи в головы людей. Мы же понимаем, да, что огонь на жертвеннике, всесожжение, то есть оно все сжигает. Если у нас не все сожжено, и есть всякие там, да, бардак в голове, значит, огонь не горит, потому что цель его – это сжечь то, что нам мешает. И люди потеряли вот эту точку опоры, местонахождения святости, перестали понимать, кто мы. И, к сожалению, стоит вонь среди многих верующих. Почему перестал гореть огонь? Мы понимаем, чтобы огонь постоянно горел, нужно было рубить дрова, постоянно подбрасывать. Это не то, что ты один раз зажег, и все, пошло все гладко, да? Это говорит об определенной работе, правильно? Если простым языком сказать, что такое, чтобы поддерживать огонь дровами, это значит постоянная работа. То есть у людей перестал гореть огонь, потому что каждый человек лично, он просто перестал работать над собой, заглядывать вовнутрь себя. Может быть, кто-то занят работой над другим и пытается ему там помочь, когда у самого уже там потухло все. Друзья, пусть не угасает огонь на жертвеннике наших сердец. Пусть он продолжает гореть в наших костях, Слово Божье. Это наше руководство, ЦАВ. Бог дал заповеди, давайте будем руководствоваться ими. И да, есть погрешности, тут и там мы люди, но давайте сохранять цель, ради которой мы все с вами здесь находимся. Аминь. Пусть Господь благословит нас. Аминь.